Сложность ситуации заключалась в том, что бездорожье и пересеченная местность не позволяли пожарным автомобилям добраться до линии возгорания. Единственной возможностью локализовать лесной пожар было использование переносных ранцевых огнетушителей. Высокопроходимый автомобиль спасотряда несколько раз спускался к пожарной машине, чтобы набрать воды и заполнить огнетушители. Спасатели ЮРПСО совместно с коллегами из Сочинской службы спасения, пожарными расчетами и сотрудниками лесной службы в течение нескольких часов ликвидировали возгорание. В общей сложности его площадь составила около 1000 квадратных метров. Населенные пункты находились далеко от места пожара, никто из жителей не пострадал.